В январе в Тынду с Брянского машиностроительного завода входит в Трансмашхолдинг прибудет 12 трехсекционных тепловозов серии 3Т-28, которые строятся по заказу БАМа. 4 из них заказчик получил 9 и 10 января. Новый магистральный тепловоз оснащен дизель-генератором 18.9 ДГМ, который выпускается на Коломенском заводе Трансмашхолдинга. Тепловоз предыдущего поколения, трехсекционный 3Т-25К2М, обладает дизельными двигателями мощностью 3100 кВт каждый. Локомотив серии 3Т-28 получил дизель мощностью 3850 кВт, отмечают представители Брянского машиностроительного завода. В локомотивном депо Тынды 686 секций тепловозов. Большая часть из них, свыше 320 машин, локомотивы серии 3Т-10. Больше новостей в нашем телеграм-канале «Новости промышленности».